поезда, лечит боль аэродромы. Я люблю тебя всегда. Надо верить, надо жить, надо счастьем дорожить. Чтобы стать твоей любовью, это надо заслужить. Не умею я жить по-другому. Грянь сиглозы, трава не расти, ни в пустыню, ни в сказку, ни в космос, ни в омут. Никуда от тебя не уйти. Я уеду без труда, ни горе, ни беда. Час свидания, час разлуки. Я люблю тебя всегда. Только бровью поведи, только сердцу повели. Станет сердце под знамена атакующей любви. Не умею я жить по-другому. Гляньте грозы, трава не расти, ни в пустыню, ни в сказку, ни в космос, ни в омут. Никуда от тебя не уйти. Господа, приветствую. Ну, как я понимаю, нужно немного прояснить ситуацию. Что это вообще такое? Все очень просто. Фоногория написала мне в Инстаграм, что мы можем предоставить вам вина. Я сразу захлопал своими ластами. Я спросил, может, что-то от меня нужно, какие-то есть пожелания, возможно, намекая на то, что мне будет ответ, что вот на это вино лучше сказать так, на это вино лучше сказать так, и здесь преподнести немножко по-другому, и если что-то не понравится, вообще не выпускать. Но ответ был... Ну, наверное, для всех, для большинства удивительный. Ответ был такой, какой я и хотел. Мне написали, что нет никаких ограничений. Говори, записывай, делай все, что хочешь. Единственное, одно вино есть, которое лучше открыть чуть попозже, потому что надо ему немножко утрястись. Это единственный момент. Это единственный момент, на который мне указали, показали. И все. Вы представляете? Огромная фирма, фоногория с таким багажом, с таким бюджетом, с такой историей. Ну, просто дала мне вино на обзор и сказала, ну, сними обзор на него и скажи все, что ты хочешь. Это офигенно. Это просто офигенно. Который раз в фоногории я... Респектую. Это очень круто. Фоногории вообще, они очень лояльные, они очень коммуникабельные, они общаются со всеми. Инстаграм у них с невероятной обратной связью. То есть вы можете просто разместить фото, отметить фоногорию, что-то написать об этом вине. Они ответят, полайкают, возможно, даже опубликуют себе в Инстаграм. Отвечает на все вопросы в Инстаграме, на Ютубе, под видео, под маленькими видео, где-то еще. То есть они комментируют, общаются и взаимодействуют с аудиторией. Такого производителя я не встречал из России. То есть, ну вот нет такого производителя, который практически везде. И делают они это очень конкретно, не рассусоливая. Если кому-то что-то не нравится, они спрашивают, что не нравится. Если они понимают, что человек, допустим, несет какую-то пургу, они говорят, все очень аккуратненько, но они говорят, что вы, скорее всего, несете пургу. Они постоянно разыгрывают какие-то подарки, какие-то конкурсы у них постоянно. Я не встречал реально такой фирмы, которая настолько прям участвует в своем производстве, в употреблении своих вин народом. Это очень круто, это прям, это необычно. Вы представляете, если бы АвтоВАЗ общался на форумах, где люди обсуждают АвтоВАЗ, обсирают, хвалят и оставлял свои комментарии, отвечал практически всем. Ну, просто представьте, это же, ну, это просто фантастика. Это фантастика. Я не знаю, сколько дадут бутылок. Может быть, одну, может быть, две, может быть, три, может быть, четыре. Я не знаю. Может быть, дадут одну бутылку, но это все равно
хоть и маленькая, но наша с вами общая победа. Если кто-то мало ли не слышал о фоногории, я ставлю ссылки на сайт и на Инстаграм в описании. Обязательно переходите, читайте, смотрите. Там есть полная информация о винах, о производителе, о конкретных линейках, о конкретных винах. То есть можно все прочитать. Если у вас возникнут какие-то вопросы, я вам еще раз повторяю, реально, если вы зададите их в Инстаграме, вам ответят. Вам человек, представитель фоногории, ответит на ваш вопрос. Это действительно так. Почему я поехал на этом велосипеде? Во-первых, потому что я теперь пешеход. Кризис, все дела, как я и говорил, я продал машину. Когда куплю, не знаю. Так что пока такси, каршеринг и здоровый образ жизни. Ну и потому что у этого велосипеда вот такая вот корзинка, куда по идее должна поместиться небольшая коробка. Но это только по идее. Посмотрим. У многих, конечно, сразу какие мысли возникнут? Типа, вот, продался, даже за какие-то вообще дешевые вина писали, все, там, типа, тебе заплатили. Ну, вообще, это, конечно, бред. И в данном случае мне ничего не платили. Вина абсолютно бесплатны, я за них ничего не платил. И, конечно, возникнут какие мысли? Дают бесплатно, значит что? Значит, надо похвалить. Но я сразу предупреждаю, что, возможно, мое мнение не будет совпадать с какими-то более опытными товарищами, да, или какими-то вообще другими людьми. Может быть, не будет совпадать. Но я буду оценивать вина и говорить о них так, как я привык. Потому что я не могу себя обмануть. Не могу. Все будет, как вы любите. Конечно, слегка где-то может быть приукрашено, где-то чуть подраздуто, но не забывайте, что это контент. Но при этом, при всем, все будет честно, по делу, как для себя. Еще такой интересный момент, если вы заметили, под последними видео, особенно под фоногорией, где вы писали, что попробуй Крюлермонт, попробуй фоногорию, попробуй то, попробуй все, а давай это, а давай то, а давай то. Вы понимаете, что фоногория все читает? Это тот производитель, который реагирует на обратную связь. То есть представьте, теоретически, вот вас, допустим, 100 человек. Вы зашли под какое-то видео или под Инстаграм, под какую-то публикацию и написали, все 100 человек, написали 100 комментариев, попробуй такое-то, такое-то, такое-то вино. И как вы думаете, что сделает фоногория? Мне кажется, что она скажет, а почему бы и нет? Возьми да попробуй. Возможно, есть еще такие производители, но они пока не знают, что они на это способны. Может быть, не знают. Когда-нибудь, наверное, они поймут, найдут себе силы, решаться и сделают что-то подобное. Но все это невозможно без вас. Спасибо вам. Адьос. Встанет новая звезда, я исчезну без следа. Стану принцем, стану нищим, я люблю тебя всегда. Жить нелепо, не любя, ни разлук не торопя. Я надеюсь, как на чудо, как на Бога, на тебя. Не умею я жить по-другому, грязь и грозы, и трава не расти. Ни в пустыню, ни в сказку, ни в космос, ни в омут. Никуда от тебя не уйти. Красоты. Прошлым дням сожгу мосты. Я люблю тебя, я знаю. Я люблю тебя, а ты? Не умею я жить по-другому. Гряньте грозы, трава не расти. Ни в пустыню, ни в сказку, ни в космос, ни в омут. Никуда от тебя не уйти.